Сегодня в меню – кексовый кулич. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца – 2 штуки. Цукаты – 100 грамм. Куркума – 1 щепотка. Разрыхлитель – 1 щепотка. Масло сливочное – 60 грамм. Настойка – 2 столовые ложки. Ванильная эссенция – 5 капель. Мука цельнозерновая – 250 грамм. Сливки 10%, 80 мл для глазури. Простокваша 50 мл или кефир. Какао-порошок 5-6 столовых ложек для глазури. Сахар 100 грамм, 50 грамм, в тесто 50 грамм для глазури. Для тех, кто старается до минимума свести белую дрожжевую выпечку, это идеальный вариант. Вместо шоколадной глазури, конечно, можно использовать белковую или сахарную на желатине. Кексовые куличи можно выпекать в различных формах. Стандартные в виде цилиндра, формы для маленьких кексиков или же большие формы для кексов. Подготовьте все необходимые ингредиенты для кексового кулича. Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем мягкое сливочное масло, ваниль и настойку. Наливаем в миску простоквашу или кефир. Все перемешиваем. Добавляем муку, разрыхлитель и куркуму. Замешиваем тесто. Добавляем цукаты. Тесто выкладываем в формы, наполняя их до половины. Выпекаем в духовке при температуре 180-190 градусов около 20 минут. Если формы большие, выпекайте около 30 минут. Готовим глазурь. Какао-порошок и сахар высыпаем в кастрюлю. Добавляем сливки, ставим кастрюлю на малый огонь. Готовим помешивая. Когда глазурь станет однородной, убираем кастрюлю с огня. Не кипятим. Кексовые куличики остужаем и покрываем глазурью. Готовую выпечку дополним цукатами, готово. Угощайтесь. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!